Играю партию на частком. У нас, скорее всего, тут дебют рейти. Нет, d4. Переход в лондонку вообще. Вот так вот развернул соперник, начиная с хода конь f3, а закончил все лондонской системой. На самом деле только начинается. Ферзь b6, ферзь b3, c4. Известная теория. Либо взятие, либо отход на c2. Тут есть два варианта у белых. Вот он выбрал ферзь c2. Слон f5. Отгоняю ферзя на c1, так как брать нельзя из-за того, что простой выигрыш ладьи после ферзь b2. Ну и делаю слону, так сказать, форточку. Полезно делать форточку не только королю, но и слону, чтобы его не разменяли. Чтобы он мог простреливать во все стороны. Ладья с f на c8, стандартный ход, так как я хочу убрать ферзя. И после этого уже начинать полномерно атаковать ферзь b фланг. А именно вот эту вот пешку c3, которая является тут, наверное, ключевой. Опять. Взятие на f5 я также не боюсь из-за ef. Вот. Но соперник намечает очень хорошую идею, тоже типичную в этом дебюте. Это e4 прорыв. И тут уже игра приобретает более открытый характер. Вот. Уже с обоюдными планами. То есть белые будут по центру, черные же играют на ферзевом плане. Посмотрим, кто из нас окажется более успешен в этой борьбе. Потенциально у белых очень хорошая атака на королевском фланге может раскрутиться. Конь как раз стремится попасть куда-то в район поля h5. А мне нужно уже забирать, открывать линию b для последующей атаки и вторжения ладьи на b3. g4. Ресурс очень хороший у белых. Это. Пытается вскрыть моего короля после g5, но, наверное, имею право уже залезть. Ход конь d2 мне, в принципе, не страшен, поскольку это все-таки защитный ход. Я там не побрезгую, отойду ладьей, но соперник лезет в атаку очень смело. g5 встречать, честно говоря, не хочу таким ходом. Как-то побаиваюсь за своего короля. А вот, наверное, конь через f8 на g6 у меня пойдет. Идет конь. Слон идет на d2. Ну, конечно, эндшпиль мне здесь очень выгоден. Хочется подменять ферзей. Но как это сделать, тоже непонятно. Пока что ладья b2 лишил поле c2 ферзя. Ферзь b6. Вот теперь хочу куда-то туда пролезть. К нему в гости. Не думаю, что если мне это удастся, у меня будут очень хорошие шансы, связанные с игрой на ферзевом фланге. Тут все очень хорошо стоит для меня. Слабость а4. Ферзь c2 играется. Ну и, в принципе, чего я хотел добиться, у меня получилось. Я выполнил первую свою часть плана. Разменял ферзей. Линию b, конечно же, я отдаю. А вот коня по вот такому маршруту-то я, наверное, запущу. Так, он возьмет, я возьму. Вроде как это мне не страшно, по крайней мере, сейчас. Забрал сюда. Единственное, что мне страшно, так это за свое время. Вот с этим хроническая проблема. Особенно, когда комментируешь партии. Но если их не комментировать, то какой смысл вообще играть сейчас? Так, все-таки введу своего коня на b6. По-моему, мог слон h4 в какой-то момент нанести тактику, так как слон d2 повисал. Ну, что уже об этом говорить. Так, теперь пошел король. Пора подводить. Здесь не зеваем ладью. Мог получить просто конь d2, и у меня ладья повисла. Так, а он свою хочет подключить. Что же мне теперь делать? Наверное, восьмой ряд прикрою. Для порядка. Так, королем уже не хочется. К сожалению, не пускает меня соперник, так как ладья g7 грозит. h5. Забанил, так сказать. Угу. Так, ну конь b6. Не вижу, как прорываться. Что-то похожее на ничью. Соперник, наверное, уже здесь ответит отказом на это предложение. Кстати, у меня есть идея ладья b3. И там где-то на ладья 1, ладья a3 сыграть. Или даже тут. Тут опасно. Линию b нельзя отдавать. Ни в коем разе. F5 теперь.
Имею право на этот ход. Так, здесь конь f8, срочно выкуриваю. Буду просто предлагать постепенные размены. Так, ладья b8. Соперник не хочет меняться. Снова сюда хочу вторгнуться. Ну, просто хожу с одной клетки на другую, на самом деле. Тут не вижу ничего лучше. Так, размен, наконец-то. Ага, уже не позволяет, понятно. Что я тут надеялся? Так, ну это ничья, конечно, элементарная. О чем речь? Тут, как говорится, просто кто быстрее щелкает мышкой. И у меня 2 секунды против его 5. Я думаю, тут все понятно. Да, и проигрываю по времени. Интересная была игра. Думаю, что в этой партии хуже я нигде не стоял, но реализовать, я думаю, позиционный перевес, который у меня все-таки был, не получилось.